что Авито, что Циан. Там никто не сдает просто так свой чулан. И пойми, кто из них шарлатан. Все хотят без животных, платежеспособных славян. Хотят пол зарплаты за протертый диван, за паршивый ковер, за клеенку на кухне, хрусталь и сервант. Соглашайся, это лучший вариант. Подпиши себе приговор, а чтобы хозяевам уйти от налогов, залог и оплата наличными. И вот тебе взрослая жизнь столичная в уютной хрущевке с окнами на МКАД. Хочешь прийти к успеху? Добро пожаловать в ад!